Вы когда-нибудь задумывались, сколько стоит самый дорогой номерной знак в мире из ныне существующих? Пока что наши власти никак не осмелятся разрешить легальную продажу автомобильных госномеров через аукцион. Во многих странах мира уже давным-давно любой желающий может приобрести себе красивый номер, придав своему автомобилю индивидуальности. Специально для вас мы подобрали 5 самых дорогих автомобильных номеров, которые приобрели себе автовладельцы по всему миру. Первое место досталось, конечно же, первому. Номерной знак «Единица» был приобретен бизнесменом Абу-Даби Саидом Абдул-Гафар-Хури в 2008 году. Это не только самый дорогой номер, продаваемый на аукционе в Арабских Эмиратах, но и самый дорогой автомобильный госномер в мире. Его стоимость оценена в 641 миллион 766 тысяч рублей. Номерной знак 25О. Рекордная цена, установленная агентством по лицензированию водителей и транспортных средств Великобритании, была заплачена владельцем автосалона Ferrari Джоном Коллинзом в 2014 году. Теперь этот номер занимает почетное место на Ferrari 250 SWB, когда-то принадлежавшем рок-звезде Эрику Клэптону. Сам автомобиль стоит 10 миллионов фунтов стерлингов, 855 миллионов 688 тысяч рублей, а номерной знак 25O стоит 44 миллиона 324 тысячи. Кстати, на стандартных номерных знаках автомобилей в Британии обычно указан код региона, идентификатор срока службы и произвольная последовательность из трех знаков. Ценность этого номера для покупателя была в том, что госномер похож на название модели Ferrari 250, которую он приобрел. Номерной знак F1. В 2008 году бизнесмен из Брэдфорда Абзар Кан отдал за регистрационный номерной знак F1 внушительную сумму денег. По сегодняшнему курсу это более 37 миллионов рублей. Хан установил номер на свой Mercedes SLR McLaren. Позже он перевесил этот номер на Bugatti Veyron Super Sport Carbon Edition. В прошлом году бизнесмен выставил этот номерной знак на продажу за 1,2 миллиарда рублей. Правда, до сих пор не нашлось человека, который готов выложить за этот номер невероятную сумму. Номерной знак S1. В 2008 году на аукционе в Шотландии анонимный участник приобрел номерной знак S1, принадлежавший одному из первых владельцев автомобилей в Шотландии, лорду Кингсбургу. Автомобиль был куплен в 1903 году. По словам покупателя, этот номер будет использоваться на старой красной «Шкоде». Стоимость номерного знака 34 миллиона 569 тысяч рублей. Номерной знак VIP-1. Этот государственный номерной знак был куплен российским олигархом Романом Абрамовичем в 2006 году за 24 миллиона 387 тысяч рублей. Двумя годами ранее номер был продан всего за 62 тысячи фунтов стерлингов. 5 миллионов 305 тысяч рублей. В России, конечно же, можно без проблем купить красивый номерной знак, но вот сделать это официально и легально невозможно. Поэтому в нашей стране придуманы обходные пути серой покупки блатного госномера. Например, сегодня в мессенджере Telegram существует масса закрытых групп, где выставляются на продаже красивые номерные знаки. Также в сети есть немало сайтов и контор, занимающихся продажей номерных знаков на автомобиле. Конечно же, таких цен, как в Объединенных Арабских Эмиратах и Великобритании, у нас нет. Тем не менее, за некоторые номерные знаки цены могут доходить и до 10 миллионов рублей. В большинстве случаев номерные знаки стоят 100-300 тысяч рублей. И только за некоторые буквенно-циферные сочетания и регионы люди готовы выкладывать более 1 миллиона рублей. Вполне возможно, что власти выведут этот рынок из тени. С 4 августа 2019 года госавтоинспекция перестанет выдавать номерные знаки. Вместо этого органы ГИБДД будут только присваивать в автоматическом режиме буквенно-циферную комбинацию номера. Сами же болванки автовладельцы будут делать в специализированных аккредитированных МВД компаниях. Другие каналы поддерживают букмекерские конторы, онлайн-казино, финансовые пирамиды и прочие подозрительные сайты. Канал Автоньюз поддерживаете вы. Ссылка на поддержку канала рублем находится в описании под видео.